С вами канал White Star Nigga Woods Production. Все ссылочки в описании, все возможные, где можно меня поддержать. Это ролик называется Fita Style, где мы будем делать фиты с популярными артистами. С прошлого видеоролика, как вы помните, был трек «Новогодняя», да? Мне очень понравился мотив, поэтому этот видеоролик посвящен новогодней песне, фит с Лимбой, Егором Кридом, а остальных людей называть не хочу, потому что мне не сильно они нравятся, собственно говоря. Уже нашел биточек. Вот, вернее, не биточек я нашел, а взял оригиналочку, потому что бита нету, а делать мы это не будем. Вот, и мы скачаем отдельной дорожкой музычку и вокальчик. Вот, напишем тексточек, запишем туда свой голосочек, и все у нас будет замечательно. Сбито, да? Подождите. Да, что? Что? Все, можно написать текст. Ночью время желаний. Я искренне верил в то, что у нас все будет гораздо проще выходить. Но мне пришлось немножко отключить аппаратуру, чтобы настроить все, что нам нужно. В общем, это у нас биток. Я просто записываю дорожки вообще на отдельном агрегате. Называется он Mixpad Masters by NTH. Вот, значит, теперь мы закидываем сюда наши дорожки. Я еще ничего не сводил, не переживайте. Вот, я просто сделал тексточек. Тексточек я сейчас тоже куда-то вам выведу. Вот, первое это у нас биток. Второе это у нас основная дорожка. Да, с нашим куплетом. Третий это бич вокалс. Я уже заранее поднастроил, да, чуть-чуть, чтобы у нас сначала шли артисты, а потом уже мы такие. И вот она наша дрейфует где-то здесь. Этого парня склепать старому уже зимой наконец нам и повезет. Не очень, да? Как бы. Получается, да? Не очень, как бы. Нам что надо? Нам что надо? Я постоянно пользуюсь мультибенд компрессор. Компрессор мы закидываем сразу на вот так. Но вот так мы закидываем дальше. Виртуал микс рек, он у нас чуть-чуть дает объемности нашему вокалу нашему. Я просто не хочу ничего вам объяснять, я не хочу, чтобы все умели делать, короче, как я. Вот, открывается такая штука непонятная, прикольная, разноцветная, крутая. Вот, вокал, варм вокал, вот, здесь мы ставим обычный вокал, здесь мы ставим вокал с PRL 1. Для краски голоса ставим на 12-ку. Выходим отсюда, заходим сюда. Ой, больше всего не люблю дилейки. Вот Super Massive нам нужен. Да. Да, Super Massive нам нужен. Ого. Короче. Я бы с удовольствием вам все показал, но у меня я не могу одновременно, типа, и снимать видеоролик, и одновременно сводить. И мне же нельзя палить свои фишки. Ни один артист не покажет свой суперингредиент в треках. Да, поэтому обработка у нас основная. Вот только три плагина использую, типа, блядь, компрессор, микс-рек и супермассив. Вот. Да, это на второй. То есть это основная дорожка. Наша основная. То есть вот в эту дорожку включено по громкости на самом деле. Раз, два, да и, по-моему, все. Две основные. Вот, но то же самое, типа, они, короче, двойками идут. И верхние. Верхние мы просто одними дублями сделали, просто, типа, блядь. Вот, я сейчас объясню, что это значит. А, да, о чем я почему? Я могу здесь вам объяснить. Вот, допустим. Где она? Повторяю. Склепавай, старая. А, ну, в общем, вот, да. Пожмать. Это тоже пойдет.
Лечу время желаний, я повторяю. Помнишь этого парня с клипавой старой? Может, зимой наконец нам и повезет. Этот дом будет дом, запомни, бро, запомни, бро. Я просто дом шикарным был и будет. Это старый гон, снегурка нам бокальчик вина льет. Ты знаешь, каждый год одно и то же. Хочу любить, дай помощь, помощь, Боже. Я ведь артист, я вышел рожей и рожей. Мне много льда, и поэтому в курточке деду в подарок снегурочку. Детка одета с иголочки, дай мне, что прячешь под... В общем, как-то так. Этот трек вы можете найти у меня в паблике ВКонтакте. Ссылочка остается в описании. Кому интересно, можете добавить наш фиток с Лимбой, с Егорчиком, Критком. Вот. Всех обнял, приподнял, поцеловал. С наступающим Новым годом, ребята, банда. Лайк. Не забудьте поставить эту штучку. Она очень нужна, очень помогает продвижению нашему каналу и нашему творчеству. И в развлекательных целях для вас, я думаю, это будет тоже полезным. Поэтому все в ваших руках. Банда! Пока!